На конкурс дети читают стихи. Лиля Проченкова, 6 лет. Город Старый Оскол. В защиту Деда Мороза, Агния Барто. Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а ёлка где, а дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит осыпанный снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это наш сосед. Как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.